Ты мерзкий, подлый лжец. Ты ужасно безответственный. Ты не умеешь слушать. Ты псих и эгоист. Ты не единственный на свете, Чарльз. Я думала, она моя судьба. И вдруг, бах! Я больше не хочу тебя видеть. Я не могу сосредоточиться, постоянно думая о ней. Подожди. Давай отмотаем назад. Что ты натворил? Если тебя бросила девушка твоей мечты, она сказала, что не хочет оказаться в шкафу, как другие. И ее можно поднять. Я запутался, ничего не понимаю. Единственный способ залечить сердечные раны — это еще что. Приветствую, дамы. Включить воображение. Голова? Нет, кажется, мышцу потянул. Ты мужик или нет? Конечно, докажи. Ивана, давай поговорим. Ну вот и все. Дикарь. Я знаю, вы подумали о чем-то ужасном. У меня на этот счет целая теория, я ее даже записал. Есть такая организация, ССББ. Секретное сообщество бешеных баб. Залезайте быстро! Огонь! Что, черт возьми, это было? Это нас чуть не задело. Кто будет попкорн? Не думаю, что когда-нибудь снова смогу полюбить. Ты больной. Я знаю. Я мечтал о тебе всю свою жизнь. Слышал о битве в Сиэтле? Это то самое место? Это все для меня? Надежда умирает последней. Чарли Шин, Джейсон Шварцман, Билл Мюррей. Есть еще виски. Вы узнаете, что такое волнение, тщеславие, сумасшествие, влечение, паника, галлюцинации, стресс и фантазии Чарли Свона третьего. Сейчас будет больно. Да!